Все в жизни может быть, и радость, и гроза, не жалует судьба нас временами. Обманывай глаза, обманывай глаза, всегда следят с волнением за нами. В праздничном концерте приняли участие артисты и коллективы города-курорта. А сцены призвали согреть сердца всех матерей любовью. Именно они сегодня были в зале. Те, кто с первых дней окружает детей любовью, создает уют в доме и является неиссякаемым источником доброты. Каждая мама переживает за своего ребенка, за какие-то достижения, переживает, когда он что-то не сделал. Я что хочу сказать, дорогие анапчанки, от всей души поздравляю вас со всероссийским праздником «День матери». Вам удачи, тепла, хочу сказать, терпения вам, потому что наши дети, они лучше всех. Всего вам самого хорошего. Удачи, здоровья. Один из ключевых моментов вечера – матерям, чьи дети не вернулись из горячих точек, вручили цветы с благодарностью и заверением, что анапчане всегда будут помнить их материнский подвиг наравне с подвигом их сыновей.